Глава округа Андрей Булгаков проверил содержание дворовой и придомовой территории, а также подъездов многоквартирных домов на Пролетарском проспекте. В доме номер 12, по словам жильцов, управляющая компания выполняет обязанности добросовестно. Также вовремя проводит и уборку в подъездах, следит за состоянием придомовой территории. Необходимо привести в надлежащий вид несколько элементов во дворе. Установить новую карусель взамен поломанной на детской площадке, заменить низкую скамейку на более удобную. Именно такие поручения дал глава округа во время обхода дворовой территории. Руководитель муниципалитета проверил содержание и соседнего дома 12Б. Здесь также не возникло нареканий к работе управляющей компании. Подъезды опрятные, график уборки соблюдается, а организованная жителями мини-библиотека создает уют. Комфортные условия должны быть не только в доме, но и в общественных пространствах. Народные тропы указывают, где именно актуально для жителей обустроить пешеходные дорожки. Такая тропа появилась у корпуса гимназии номер 2 в микрорайоне Солнечный. Сложность обустройства асфальтированной дорожки в многочисленных коммуникациях, но глава поручил проработать и решить задачу.